Коллеги, в системе Кундалинг доступна новая функция, которая позволит педагогам использовать видеоматериалы для дистанционного образования. Покажем, как в аккаунте педагога прикрепить видеоматериал к уроку для самостоятельного изучения, а также в качестве домашнего задания. Для этого зайдем в журнал 6 класса по предмету «География» и настроим страничку урока от 8 апреля. Мы заранее подготовили ссылки на видеоматериалы. Первый сайт у нас youtube.com, а второй youtube.us. Для работы в системе также доступны ссылки с сайта matube.us. В дальнейшем список сайтов, с которых видеоматериалы можно будет размещать в Кундалинг, расширится. Для того, чтобы добавить видеоматериал на страницу урока, кликаем на кнопку «Редактировать» и в графу «Описание урока» вставляем необходимую ссылку. Сохраняем и видим, как ссылка преобразовалась в плеер, с помощью которого можно посмотреть видео. Теперь добавим видео в качестве домашнего задания. Кликаем на кнопку «Добавить домашнее задание» и в графу «Описание» вставляем вторую ссылку, которую мы также подготовили заранее. Нажимаем «Выдать домашнее задание» и видим, что на странице также отображается видеоплеер с сайта youtube.us. Вернемся на страницу урока. И здесь видно, что первое видео сохранилось, и второе видео также доступно по ссылке в разделе «Домашнего задания». Давайте теперь посмотрим, как видеоматериал выглядит на странице ученика. Авторизуемся, заходим в раздел «Расписание» и видим, что 8 апреля вторым уроком идет география. Заходим на страницу урока и видим, что педагог уже подготовил для ученика видеоматериал для самостоятельного изучения, а также два домашних задания, в одном из которых размещен видеофайл. Надеемся, что данные функции упростят процесс дистанционного образования и помогут учащимся лучше осваивать предметы.